Глава Твери Александр Корзин вышел из состояния комы и даже пообщался с родственниками. Об этом заявил сын мэра Алексей Корзин. Напомним, градоначальник с обширным инфарктом миокарда госпитализирован в областную больницу 2 марта. Сведений о состоянии здоровья Корзина крайне мало. Врачи от комментариев отказываются. Последние дни ситуация улучшилась. Сегодня утром я с ним общался, Александр Борисович, в сознании. Общение было достаточно коротким, в силу того, что все-таки существуют определенные медицинские показания. Но мы пообщались на общие темы, то есть буквально о семье, там несколько слов друг другу сказали о том, что мы его поддерживаем. Сейчас мы, наверное, это общение увеличим там, до 2-3 раз в день. Но врачи говорят о том, что общение – это один из непременных условий скорейшей реабилитации. Будем надеяться на то, что самое сложное позади, и будем рассчитывать на то, что курс реабилитации будет не такой продолжительный. Все будет решать консилиум врачей, но есть такая вероятность, что Александр Борисович будет проходить курс реабилитации в одной из клиник города Москвы.